Надо разобраться, подлинные ли эти кадры, но если это не фейк, тогда диагноз может быть только один. И он соответствует позициям тех политиков, которые говорят о необходимости, с учетом нашего выхода из Совета Европы, мы, собственно, и до этого не ратифицировали 6-й протокол к Европейской конвенции по правам человека, но у нас с 96-го года, когда мы вступили в Совет Европы, применялся и применяется до сих пор де-факто мораторий на вынесение приговоров, связанных с высшей мерой наказания. Здесь, может быть, не нужно выходить из этого правила, но из этого правила есть исключение, которое только подтверждает правило. Особую жестокость, которую мы видели, по-другому диагностировать нельзя, как достойную именно такого приговора.